Пока мы наблюдаем в прямом эфире, как уряд реформаторов, кабмин реформаторов Яценюка стройным косяком уходит в сторону моря, пока мы наблюдаем этот цирк, когда эти чертовы лицемеры, вчера еще облизывавшие Яценюка и рассказывавшие о том, что этот кабмин лучший, наверное, за всю историю существования Украины, да чего там, человечества, сегодня выливают ушаты помоев, сегодня они вдруг увидели, что пенсионеры получают 1000 гривен, сегодня вдруг они увидели, что в школах нет, ну, нет питания нормального, что больницы плохо обеспечены, вчера они этого не видели, сегодня они увидели. Короче, пока мы все наблюдаем за этим вонючим цирком, я вам предлагаю понаблюдать еще за одним цирком, ну как, отвлечься, знаете, на 2 минуты. Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш. Такого быть не может, что в Украине будет создан альбом SMS-переписок воинов света с их семьями. Я подумал, что это невероятно. Почему? Ну, посмотрите. Ой, там на горе... В Украине создадут альбом SMS-переписок воїнів АТО і їх родних. В мене не портянки, в мене носки, ще й американські, в них ноги 2 дні не потіють. Надо буде вдома такі купити. Ой, там на горі. Купим, папуся, все купим. Ти тільки повертайся живий і здоровий. І головне скоріше. Я йду в Макдон, куплю їсти з мамкою. Будемо в парке сидеть. Я снова на связи. Перезвони мне, пожалуйста. Ой, там на горе. Ой, там на горе. Сообщество «Наш Киев». 188 тысяч читателей. Ну а чего, мне понравилось. Ха-ха-ха-ха.